Погода у нас пасмурная, идет дождик, но это не мешает нам работать по ремонту в городе Сочи. Поэтому сегодня мы с вами посмотрим сразу несколько комплексов, в том числе и жилой комплекс «Кислород», где получают наши клиенты ключи. Мы выполняем там ремонты, и в том числе поступают у нас новые какие-то объекты, какие-то мы сдаем. Поэтому все, сегодня смотрите видео до конца обязательно и ждем вас, ваших обращений. Такая классная сегодня погода. Ребят, я нахожусь на квартире в жилом комплексе «Кислород». Это квартира, в которой мы выполняем на данный момент монтаж звукоизоляции. И хочу с вами поделиться, показать, как это выглядит. Идем смотрим. Так, ребят, такая квартира, студия, 22 квадратных метра. Это 12 этаж. И здесь у нас по желанию, да, так скажем, запросу заказчика, у нас здесь полностью шумоизолированное будет помещение. Здесь у нас уже выполнена звукоизоляция, в том числе она является и гидроизоляцией под стяжку. И на данный момент, когда у нас уже все стены готовы, все высохли, штукатурка закончена, мы сейчас монтируем вот такую бескаркасную звукоизоляцию. Сейчас вам более подробно расскажу о ней. Ну и также у нас будет на потолке еще звукоизоляция. Вот такие акустические панели, которые мы будем монтировать вот сюда на бетонное перекрытие. Ну и давайте поговорим об этой звукоизоляции на стены. Так, ребят, в данной квартире мы выбрали бескаркасную систему звукоизоляции. По той причине, потому что квартира маленькая, и нам нужно было сэкономить как можно больше места. Соответственно, эта система у нас занимает, толщина ее 52 мм, и причем очень хорошие показатели в звукоизоляции. Ну и давайте более подробно я вам покажу, из чего она состоит. Ну, изначально стены должны быть подготовлены, идеально ровные. Ну и, соответственно, обработаны специальной грунтовкой от грибка. Это обязательно, потому что зашиваются они вот так плотно. Вот, и там не должно никаких быть образований абсолютно. Зашиваются они первым слоем вот такой акустической панелью. Она трехслойная, толщина ее 40 мм. Вот так это выглядит. После этого обрабатываются все швы акустическим герметиком. Ну и панели сами устанавливаются по периметру. Вот такой вибролентой прокладываются. Это обязательно необходимо. То есть все делается по технологии производителя. После этого у нас монтируются акустические подрозетники. Вот так они выглядят. Также все обрабатывается акустическим герметиком. Абсолютно все швы, все примыкания. Верх у нас примыкание к потолку обрабатывается акустической пеной. Это тоже очень необходимо. То есть все по периметру у нас полностью абсолютно закрыто. Ну и после этого, когда у нас эти панели смонтированы, они монтируются, кстати, также на специальные вибро, такие резиновые шайбы. То есть здесь у нас дюбель-гвоздь. И, соответственно, вот такое количество, да, более 10 штук на лист креплений. Все это специально, естественно. И после этого вот у нас уже полностью готова эта стена. Она обшивается акустическим герметиком, гипсокартоном. Соответственно, все швы у нас расшиваются. Это обязательно необходимо делать. После этого они у нас армируются сеткой и заполняются специальным составом. Вот так это все выглядит. Надежно, крепко, ничего никогда не лопнет. И в квартире будет полная тишина, никто вас из соседей не побеспокоит. Друзья, всем привет! Я думаю, что вы уже догадались, где я нахожусь. Это жилой комплекс «Кислород». И приехал я сюда специально показать вам квартиру, в которой мы сегодня выполняем звукоизоляцию стен. Я не мог это пропустить. Я думаю, всем будет интересно, как это происходит именно сейчас здесь, какую звукоизоляцию мы используем, какие вообще они бывают, ну и как это вообще происходит вживую.
процессе ремонта. Идем смотрим. Жилой комплекс Калинцево парк, квартира 199. Закончили ремонт. Сейчас идет процесс наведения порядка. Последние подготовительные работы перед заездом. После уборки будут установлены еще ступени. Это будет финальная часть. Все. Санузел. Такой небольшой комфортный санузел у нас получился. Только нам остались бетонные, мы их покрасили, установили трековое освещение. Барная стойка у нас. Приятные светильники. Слежи в обеденной зоне. Во втором ярусе у нас спальное место. Зона хранения. Такая интересная, приятная квартира у нас получилась благодаря высоким потолкам. Жилой комплекс «Летний», квартира 95. Ремонт подходит к концу. На сегодняшний день у нас полностью открашены потолки. Потолки у нас здесь из гипсокартона. Поклеили уже обои. Также установили плинтуса. Здесь у нас в санузел будет дверь на рельсе. Она будет у нас отъезжать, чтобы сэкономить место. По сути, по работам у нас остается установка чистовой электрики. То есть это все осветительные приборы. Также розетки-выключатели. По санузлу это установка чистовой сантехники. И завершающим этапом у нас будет уборка, вынос мусора и квартира готова. По сути, осталось не так много. И можно, в принципе, комплектовать квартиру мебелью для заселения. Такая просторная, светлая квартира у нас получилась. Друзья, всем привет! Сегодняшний день мой начинается с Дагомыса. Сюда я приехал на замеры новой квартиры, которая у нас будет на ремонте. Давайте вам покажу. Вот такой домик клубный под названием River House. 6 этажей. Нижний этаж – это коммерция. И давайте пойдем посмотрим. Вход здесь такой закрытый, но в принципе калитка почему-то без домофона. Один подъезд. Такой симпатичный дом. Есть такой дворик. Цветочки здесь высаживают. Для того, давайте глянем. Здесь у нас расположена эта зона отдыха. Детская площадка небольшая. Так вот все выглядит. Мягкое покрытие. Ну, для этого дома вполне достаточно места и для парковки. И есть где детям поиграть. А то это что? Ребят, кто знает, напишите в комментариях, что это за оборудование. Ну, и как я понимаю, это какое-то имеет отношение к газу. Идем, смотрим, что у нас внутри. Так, ребят, один подъезд. Здесь вот такой вот он. Красивый консьерж, лифт. И нам с вами на 6-й этаж. Такой здесь симпатичный холл, светлый. Хорошая отделка стен, пола. Наша квартира 50,
двери здесь установлены. Хорошие от застройщика. Менять их нет необходимости. Открывание наружу отлично. Ребят, вот такая квартира. 32 квадратных метра. Сейчас будем снимать замер для планировочного решения. 32 квадратных метра это по документам. Что здесь у нас из особенностей, это блочное заполнение керамзитоблоком. Сама структура у нас каркас монолит. Из плюсов это большое количество окон. Посмотрите, квартира угловая. Здесь три окна и выход на балкон. Давайте сразу покажу балкон. Ребят, классный балкон. Это тоже плюс этой квартиры. С такими классными видами. Осень, Сочи, прекрасная пора. Тепло, не сильно жарко, очень комфортно. И еще, ребят, один из плюсов это газовое отопление. Индивидуальный газовый котел уже здесь стоит от застройщика. Это газовая колонка. Единственное, не очень, да, что все это в разных местах. И вот эти трубы для подключения, они проходят вдоль стены. Санузел уже здесь выделен. Давайте посмотрим его. Ну, небольшой, но, в принципе, его вполне будет достаточно. Это у нас вентиляция и для газового котла, и для естественной вытяжки. Здесь у нас труба сливная. Заходит здесь, и смотрю, и интернет, и ТВ, силовой кабель. Все, в принципе, есть пожарная сигнализация. Хорошая квартира. Ну, вперед, будем делать проект и ремонт. Я напомню, что у нас черновой ремонт стоит 17 тысяч за квадратный метр. Туда включены все материалы. На нашем канале очень много полезных видео по поводу ремонта уже сделанных, поэтому обращайтесь по телефону, который вы видите на экране. Планировочное решение мы делаем в подарок. Если вам нужен дизайнерский проект, услуги дизайнера у нас тоже есть, штатный. Виктория, давно уже с ней работаем, поэтому она вам подскажет, поможет сделать проект вашей мечты, а мы воплотим его в жизнь. Звоните.